Последние выходные июня ульяновцы отметили День молодежи. Праздничные мероприятия прошли в центральной части города. Тематика площадок совершенно различная. Театралы, молодые мамы, любители кино и музыки, спортсмены и даже любители гаджетов смогли найти себе зрелище по душе и даже поучаствовать в нем. Тех же, кто пришел просто погулять и посмотреть, ждали красивые старые машины и новейшие технологии. Как оказалось, некоторые из авто актуальны и сейчас. Эта машина досталась мне от дедушки по наследству. Вот. Мне вообще нравится все, что связано с Советским Союзом и с ретро-историей. А в наше время такую машину использовать не очень сложно, но, конечно, в современном ритме городском довольно-таки тяжело. В принципе, ретро-автомобили всегда были почетны и уважаемы на всех выставках автомобилей и так далее. Ну, из довольно интересных моделей я вот вижу, вот, например, американок и так далее. Но все-таки сердцу ближе родной Запорожец. Чем он интересен? Ну, как минимум тем, что двигатель находится в багажнике, а не в капоте. А так, ну, две модели представлены. В принципе, очень интересные модели. Мне вот нравятся они. Советская малолитражка вызывала интерес не только у взрослых. Особенно она пришлась по душе детям. Причем как раз из-за своей величины и, как это ни парадоксально, красоты и комфортабельности салона. Ну, на мой взгляд, потому что они маленькие такие. Маленькие, потому что. Да, очень красивые. Они необычные. У них салон очень красивый. Кожа такая хорошая, старая. Рядом с чудесами отечественного автопрома прошлого века стояли новейшие аналоги. Тоже чудеса техники, только века нынешнего. Электромобили придут на смену бензиновым совсем скоро, так же, как когда-то пришли на смену крестьянской лошадке трактора. Использование его даже во многом проще, чем обычный автомобиль, за исключением того, что, скажем, там для дальних поездок или для поездок беззаботных, не переживая о том, что вам не хватит аккумулятора, конечно, желательно иметь пункты зарядок по городу, по трассе, по области и так далее. Вот, в принципе, такие договоренности уже достигнуты, есть поручение губернатора на эту тему. Вот. Во всех остальных же аспектах это очень экономично и экологично. Рядом с электрическими машинами расположился еще один интересный экспонат – аккумуляторная батарея, которая заряжается от солнца. Так что вполне возможно, скоро на электромобиле в солнечный денек можно будет кататься без подзарядки. Это портативная солнечная электростанция. Очень удобный портативный накопитель энергии с возможностью зарядки от солнца и всеми возможными интерфейсами подключения. Это 220. Это 12 вольт прикуриватель и 5 вольт USB с быстрой зарядкой. Цены, правда, пока на все это великолепие заоблачные. В будущем оказаться дороговато, однако дети, которые с удовольствием катались на маленьких машинках и самокатах, в будущем станут пользоваться этим в повседневной жизни, а молодые будут их строить. Именно молодежь двигает вперед науку, двигает вперед прогресс, высказывает самые смелые мысли, самые смелые мечты. Кроме прочего, внимание привлек парад колясок, где самые маленькие и красивые показали себя в роли взрослых. В целом праздник получился ярким, веселым и полезным, чему способствовали научные площадки. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.